Каждая сборная состоит из 20 боксеров, по двое в каждом из весов. Очень приятно, что в нашей команде пятеро оренбуржцев. Соответственно, еще 15 человек представляют остальные 13 регионов округа. И начинает ПФО, как и положено главному фавориту, с уверенной победы. Из наших отдыхают Габил Мамедов, Алексей Зобнин. А выступают в категории до 69 килограмм Хикмет Гараев. Он очень технично и маневренно действует вторым номером против Абдурахманова. К середине второго раунда отчетливо вырисовывается его преимущество, когда соперники сталкиваются головами. У москвича серьезнейшее рассечение, и бой остановлен. Уроженцу Орска присуждается победа. В весе до 81 килограмма Ришат Бакиров, доминируя в двух отрезках из трех, единогласно побеждает столичного боксера Рейтера. Самый тяжелый поединок, САК первым, выпадает на долю нашего тяжеловеса Абубакира Салаха Муцелханова. Соперники достойны друг друга. Бой открытый, и тяжелые удары сыпятся с обеих сторон. В завершающем раунде боксеры настолько устают, что держатся только на морально-волевых. Перед вердиктом москвич почему-то совершенно уверен в своем перевесе. Но раздельным решением судей победа достается первомайскому боксеру. Таким образом, все трое наших выигрывают и вносят существенный вклад в успех сборной ПФО. Она побеждает соперников из Белокаменной 18-12. Наш соперник во втором матче – Уральский округ. На сей раз заявлены Гараев, Мамедов и Зобнин. В другом кубке, предсезонном хоккейном турнире «Кубок Лады», проходившем в Тольятти, третье место занимает Орский Южный Урал. Арчане проводят три напряженнейшие встречи. Все завершаются в ничью в основное время. 1-1 с новокузнецким «Металлургом», 2-2 с хозяевами из «Лады» и 3-3 с самарским ЦСКА ВВС. Соответственно, получается три овертайма, но лишь один из них своими летчиками завершается в нашу пользу. А Кубок Лады в этот раз уезжает в Новокузнецк. В подмосковном Игнатове состоялся чемпионат России по пулевой стрельбе. Оренбурженка Татьяна Харькова после перехода из юниоров теперь соревнуется с лидерами сборной. В стрельбе из пневматической винтовки она 12-я из 80 участниц. А в более любимой малокалиберке, в стрельбе из трех положений, наша землячка занимает 4-е место. Для дебюта прекрасно.